Обучение учеников. Новый республиканский образовательный центр города Каспийска. Первый звонок прозвенел для 1200 ребят, более 600 из них – первоклассники. Школа оборудована всеми техническими новинками. Это интерактивные секции, сенсорные информационные стенды, просторные спортзалы и бассейны. В торжественной линейке принял участие глава Дагестана. Рамазан Абдулатипов обратился к ребятам с напутственными словами. И это большой праздник. Когда мы открываем новую школу, это большой праздник для детей. Это не просто школа. Мы хотим, чтобы это был базовым образовательным центром для города Каспийска. Здесь должны быть лаборатории, здесь должны быть методические кабинеты, здесь должны быть все условия созданы для качественного образования.